В Юргинском центре ГТО появилось ценное оборудование – лазерный тир «Рубин» с электронной программой «Патриот». Наша съемочная группа побывала в центре и познакомилась с этим оборудованием. В центре тестирования ГТО появилось новое оборудование – интерактивный лазерный тир для сдачи нормативов по стрельбе. Это учебно-методический стрелковый тренажерный комплекс. В отличие от пневматического, лазерный тир более точный, надежный, быстрый и, главное, безопасный. Комплекс использует беспроводные технологии. Его программа, как отмечают специалисты, уже адаптирована под комплекс ГТО. Конечно, с выполнением норматива по стрельбе у нас были проблемы раньше, потому что единственное место, где мы могли выполнять этот норматив, это наш снайпер, спортивная школа. Ну, так как там свой большой поток, поэтому мы не хотели, конечно, нарушать сильно учебный процесс, и хотелось бы, чтобы нас, дети, тоже могли сначала попробовать, подготовиться. И мечтали, конечно, о таком приобретении. Таким образом, с приобретением этого оборудования у желающих сдать нормативы ГТО появляется больше возможностей сделать это и, как следствие, получить заветный знак отличия. Нормативы есть по выбору, которые ребята могут выбирать. Но из-за наших сезонных проблем не всегда есть возможность выбрать турпоход, потому что не во все времена года мы ходим. Плавание, лыжи, то есть эти виды, они из-за временных ограничений выпадают. Этот вид можно выполнять в любое время года, здесь не требуется никаких особых навыков. Ребята могут прийти к нам, потренироваться, попробовать свои силы в выполнении. И если уже у них получается, им это нравится, то тогда они выполняют на знак отличия. Коллектив Центра тестирования ГТО искренне благодарит добровольных помощников, кто сделал возможным появление этого оборудования. Это коллектив юргинского филиала «Газпром Трансгаз Томск» и лично директора предприятия Олега Яганова.